Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лера Кудрявцева уже около 8 лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария. Самый яркий роман Кудрявцевой был с Сергеем Лазаревым, но до свадьбы дело так и не дошло. Экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения. На этот раз Лера повидалась с певцом Сергеем на «Новой волне» в Сочи. После заключительного концерта Кудрявцева провела время с экс-бойфрендом, этим сюжетом и Лазарев, и Лера поделились у себя в блогах. Ну что, друзья? Лерка, как тебе ведется без меня «Новую волну»? Ты знаешь, ничего. Сволочь. Ну, ты видишь. А ты скучаешь? Ну как, конечно. Ну, правда, видишь, сегодня был с Каролиной. Ну ничего, я переживу. Да? Как тебе песня наша? Песня офигенная. Завтра выходит на всех площадках. Вот мы встретились с Лерочкой, вылетаем в Москву. Да, все, и слушайте потрясающий дуэт Сани Лорак, песня «Бомбическая реальность». Так, молодец, на 5000 за рекламу. Верни. Ну что, закрытие «Новой волны». Сидим с Серёнечкой, ждем вылет. Поклонники были рады видеть их вместе. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.